Защита гражданского населения есть первостепенная задача представителей армии Российской Федерации. Вот гражданин, который находился под оккупацией украинской территории, до сих пор находится еще в состоянии стресса, поэтому боится общаться с представителями прессы, уперся в стену. Представитель армии Российской Федерации находится на территории, обеспечивает безопасность гражданского населения, в частности, вот этого сотрудника. Сейчас мы у сотрудника спросим. Гражданин, как вам находилось при оккупации хохлов? Видите, как он говорит? Он говорит, очень плохо находилось при оккупации хохлов. Да. Так, товарищ лейтенант, сядьте, не напрягайте. Лежать! Вот. Товарищ лейтенант всегда поддерживает людей, выведенных из оккупации. Им, конечно, не всегда комфортно, но вот теперь у них всегда впереди большая жизнь и большая кастрюля.